Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем готику первую. Так, мы сейчас разоряем на данный момент замок Гомеза, старый лагерь, потому что мне просто интересно разорить его. Как сказать, тут уже дело принципа и чести. Так, это бочка наверху, так, смотрите, это что-то глюкнуло что ли или что? Так, ладно, давайте посмотрим, что находится наверху всей башни. И потом еще оббежим это сооружение. Я хочу попробовать, достал я ключ или не достал я ключ. Так, что здесь есть такое? Два сундука. Давайте посмотрим. А, право, право. Нет, право, право, лево, лево, право, право, лево, 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 право. Блин, право, право. Раз, два, три, четыре. Раз. Блять. Раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два. Закончили. Так, рецепт эссенции силы. Мне кажется, вот эту силу можно делать из разных. Блин, мне вот сейчас бы сделать бы ее, кстати. Если я сумею ее сделать так. Мощь, это что? Так, эссенция силы, подождите. А второй? Мне кажется, просто из разных вещей можно делать это все дело. Блин, ничего страшного. Лево. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Твою ж мать-то! Блин, сложновато и сложновато. Ой, да что? Смотрите, 8000. Интересно знать, а вот да хрена они мне нужны столько-то? Это вообще что такое? Старая монета. Вот. Я даже брать не буду, я потому что не знаю, за каким хреном она мне нужна. Может, мне сколько-то собрать надо и куда-то деть. Ну, это науке, опять же, неизвестно. Блин. Вот что я хотел. Я, ну, в интернете же хотел как-то посмотреть. А хрена эти старые монеты нужны, где есть листовые дубы. Или листья дуба. Мне же силушку качать надо. Понятно. Ух ты. Это что за сооружение там такое? А, это крыша дома, башня. Смотрите, какая прорисовка. Ну, это я углубленную прорисовку сделал. Не понял. А, это башня Ксардоса. Ну, ни хрена я тут смотрю-то. Блин, это вот самая высокая башня, которая есть в этом городе. Да? Ну, Ксардоса там, естественно, тоже высокая. Ну, так-то да. Обзор. Обзор дает о себе знать. Давай, где ты? Так, сохранимся. Хрен его знает, на какой лестнице глюк. Это у меня на одной лестнице начал спускаться, глюкнуло, и с пол лестницы он упал. Хорошо, что на скалу, и получилось так по-дырявому, что, ну, выжил, короче. Опа. Блин, не с этой стороны. Вы будьте осторожней. Вот, бочками, ладно, хоть преградили. А то так бы сорвался бы. Так. Дверки-то никакой нету, да? Вроде была здесь раньше дверь. Так, ладно. И смотрим. Где-то говорили на форуме, что ли, или где, что ключ от задней двери где-то на столе может быть, в одной из комнат. Только в какой? Ну-ка, давайте посмотрим. Все равно я здесь нахожусь. Вот мы посмотрим, в какой из комнат он может находиться. Ключ. Так. Зачем мне эти свечи? Не вижу. Так, ну-ка, стоп. Нету. Нету, нету. Тут. О. И раз, и два, и три, четыре. Так, и чего у меня тут такого? Блин, вот эта бритва, я даже не знаю, кому она нужна, так тут так бреется прям. Что за заросшие люди?
Так. Ну и вот давайте вот здесь вот глянем. Есть здесь на столе что-нибудь? Что-то я не вижу никакого ключа, конечно. Подожди, да, уйди. Встань. Или может это этот, кто он там, который мясом торгует? Ой, сейчас. Давайте попробуем у него узнать. Я это... слишком... Куда ты? Ты почему меня боишься? Я что тебе плохого сделал? Окорок, сыр, жареное мясо. Блин, пиво, рисовый шнапс. Так, варить. Варить-то я, по-моему, не умею. Так. Что у нас здесь? Шкуры. Ну, ничего страшного. Так. На свитки, что ли, их обменять? Ой, арбалет. Нет, арбалет. У тебя что-то есть? Смотрите-ка. Не обобранный. А, пацаны, точно, вы же здесь. А подождите, а где маги перебитые? Где перебитые маги? Так, ой, подожди. Давай-ка зайдем. Здесь у тебя нету на столе ничего? Да нет, вроде нету. Так, давайте посмотрим. Магов, когда перебили, может, не все трупы исчезли у них. Может, хоть... Так, ну здесь-то точно... А, стоять. Надо попробовать силу сделать. К силе. Так. Вот такие зелья. Эссенция ловкости, силы. Недостаточно ингредиентов. Ни на одно, блин. Ну и ладно. Так, а у меня нету бутылька. Так, стоп. В жизненной силе 30. Бонус максимальный. Максимальный нету. Магии-то нету, да? А может, у меня какое-то растение есть, которое можно сожрать и к силе даст? А, вишня тролли. К магической силе, к жизненной силе. К жизненной силе. Нет, а просто к силе есть. Но это должно быть что-то такое, типа меда. Давайте мед попробуем. Вау! Найден сот, 1 из 5. Ну не знаю. Опыт. Ну где-то еще, видимо, есть. Зачем мне это дает-то только? Я не знаю. Ну, вот, к жизни насилие. 2. Нет. Твою что, мать-то? Ну вот как так-то? Ладно, пойдем. Магия. Где тут магия-то, кстати? Оп. Опа. Да опа. Да опатушеньки. А! Уйди, какаянный! Ну-ка. Опа. О, вылез, ни хрена себе. Ну его нахрен. Ладно. Давайте пойдем посмотрим. Ты-то куда бежишь? А, кстати, в тюрьму надо посмотреть. Может, я где-то взял ключ, который освобождает все-таки... Кто он там? Кто там? Кузнец! Блин, я уже даже забыл, что он там.
Там же даже где-то было, что вот кузнеца мы взяли. Нет, это пока не надо. Так. Использован ключ подземелья. Все-таки я, значит, где-то взял ключ. Я так понимаю, ключ, один ключ ко всем дверям, нет? Будем надеяться, что так. Подожди. Но здесь тоже его нет. Так. Ну давай, кузнец. Чего тебе? Ты не похож на прихвостней Гомеза. Правда. Я не один из его людей. Тогда как ты сюда попал? Ключи от камер Гомез держит при себе. Ага. Скажем так, он сам отдал их мне. Хочешь сказать, что ты тот парень, который поставил Гомеза на место? Да, это я. Парень, вот уж никогда бы не подумал. Но я рад, что этот подлый головорез наконец-то получил свое. Но зачем тебе спасать меня? Я услышал, что тебя посадили за решетку, и решил использовать эту возможность, чтобы устранить Гомеза и освободить тебя. Ну, спасибо. Я твой должник. Будет минутка, заходи ко мне в кузницу, поболтаем. Так. Увидимся. Ты снова... Увидимся. Так, не знаю, что-то, конечно, хотел. Ну, давайте. Ой, подождите, последняя дверь. Здесь что? Здесь ничего нету. Кстати, я не знаю, скелеты на тебя нападут или ты на скелетов нападешь. Давай. Я хочу дверку открыть, посмотреть все-таки, куда эта дверь ведет. И есть ли у меня ключ, появился ли у меня ключ. Ой-ой-ой, сейчас они там схлестнутся, наверное. Он же недолюбливает скелетов, скелеты недолюбливают людей. Так, сохраняем. Так, а куда мне надо? Так, этого мы убили, взяли. Можем, конечно, поспать. И... Ну, мне так такое чувство, что меня отпустили... подкачаться, чтобы я подкачался перед боем. А мне надо выучить четвертый круг магии. У меня вот 30 очков есть. Хватит, не хватит, я уж точно не помню. Так что... Так, давайте, давайте, залазим. Смотрим. Где-то мы окажемся, если вдруг у нас где-то когда-то ключ был бы. Давай. Ключ от склада. Так. Стрелы, стрелы. Так, сохранить. Ну и смотрим. Вау, вон он, скелет бегает мой. Так, а ключ от склада, значит, у кладовщика все-таки все это ключ-то был. Можно было стырить у него. Кусок руды. Тут вот, по-моему, во второй части призрак Гомеза бывает, да. И к нему можно двумя путями-то пройти. Один вот, который я иду, и второй вот... Откуда я иду? Вот второй, куда я иду. А, все, понял. Вот так в замок и попадают. Так. Мне бы. Здесь я был, а там я не был. Ладно, давайте. А куда бы мне сходить? Кого бы переубивать? Я вроде... А, во! Точно, знаю куда. Где ты? Некромант, вот в болотный лагерь. Так. Сейчас, минутку. Знаешь,
Меня надо подлечить, и вроде бы как один может меня вылечить здесь, если я не ошибаюсь. А в этом что-то есть. И потом начнется здесь резня. Здесь нельзя говорить, что попало. Так ты говоришь, не самое лучшее решение. Так. Как можно не понимать это? Наверное, ты прав. Только между нами. Так, обучение. Я не буду вмешиваться. А, ты меня не можешь, да, учить? Тогда было ясно, что этим дело не кончится. Так. Но многие вы учите. Чужие проблемы не мое дело. Тогда обмен. Я х... Было ясно, что этим дело не кончится. Говорить. Так. Не самое лучшее решение. Давай лучше сменим тему. Ну так, ой-ой-ой, стой, стой. Одна минута, две минуты, пять минут, ни хрена, ну давай. Ну хотя мне, ну две бутылочки. А тебе дам раз. Нет, так не пойдет, слишком. У меня где-то... Вот. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Кулак тролля вот один. Давно решенный вопрос. Не думаю, так, что здесь что-нибудь... Мстительная сталь. Урезель, нет, это пока оставлю. Потому что он мне вроде как нужен. Так, одноручное оружие. Глупость неизлечима, я давно это же возможно. Так, остальное все. Ой, что-то я туда насувал. Это не слишком интересно, поговорим о чем-нибудь другом. Ну давай, ладно. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Как можно и почему не задержать язык за зубами? Так. Ржавый меч, что у нас там? Намного лучше, не то, что сейчас. Глупость неизлечима, я давно это знал. Не самое лучшее решение. Вот. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Здесь никому нельзя доверять. Что мне тут? Предателей слишком. Раньше все было намного лучше, не то, что сейчас. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Раньше все было намного лучше. Блин. Так ты говоришь. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Не самое лучшее решение. Раньше все было время. Подождите, я вроде что-то не то вам сдал. Возможно. Мне надо булаву одну вернуть. Такое со мной, которая камни крошит. Чужие проблемы не мое дело. Уж лучше я посмотрю. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Так ты вот она. Все это я забираю. У тебя я что заберу? Я думал, это уже давно решенный вопрос. Что здесь что-нибудь раньше все было намного. Ну-ка давай на свитке посмотрим, что у тебя. Уже тогда было ясно, что этим дело. Так, вот это я заберу. Возможно. Пирокинез. Нельзя верить всему, что... Ну давай, пирокинез, свет, лечение. Так, лечение давай заберу. Если ты думаешь, а еще лечение давай заберу. 40. То есть тебе надо добавить. Я не буду. Чужие проблемы, не мое дело. Только между нами. Тут и тренировочный меч. Все забирай. Слишком много предателей. Так, это нет, это не отдам, это надо. Интересно, поговорим о чем-нибудь другом. Самое лучшее решение. Вот военный Вау, военный арбалет, ни хрена себе. Вот охотничий арбалет, нет, ни хрена. Все было намного лучше. Так ты говоришь, вот. Неизлечимо, я давно это... Так ты говоришь... Давай. Глупость неизлечима, я давно это знал. 940, я тебе дам. У меня, подожди, у меня барахла, смотри сколько. Блин, старые монеты, я не знаю зачем. Больше не хочу слышать эту болтовню. Яйцо ползуна. Рок. Уже тогда было ясно. Не знаю для кого и чему нужен он там. Каждый может обмануть. Где ты, блин? Почему нельзя держать язык за зубами? Всякие тарельки, где вот это все? Всему, что слышишь. Я не имею время. Вот это вот сталь. До добра. Глупость неизлечима. Я давно не чувствую к этому делу. Так ты говоришь. Даже не знаю, давай. Почему нельзя держать язык за зубами? Вот это уберем. Раньше все было намного лучше. Вот это уберем. Это уже давно решенный вопрос. Вот так вот. О. Не самое лучшее что-то решение. Не то в этой истории. Почему нельзя держать язык за зубами? Я думал, это выяснили. Сейчас еще будет резня. По крайней мере, попробуем. Больше не хочу. Не самое лучшее решение. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Так. Не думаю, что ты меня не лечишь. А кстати, вот здесь вот со мной еще тип какой-то разговаривал. А где он? Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Понятно.
И он неизвестно где. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ка. Я думал, это выяснилось еще очень давно. Такое, наверное, да, люди всегда. Здесь, наверное, ты прав. Нельзя доверять вокруг. Я думал, ну, давайте вот здесь тогда будем вопрос. Колдовать. Такое со мной больше не случится. О, армия тьмы. Не, где? Пока меня не уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Ну давай, 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 давай же. Надо выждать время. Вот они, лепешечки. Надо выждать время. Спешка не доведет до добра. Смотрим, как эти пацанчики сейчас атакуют. Только между... Из тебя получится отличный ужин. Из тебя получится отличный ужин. Сейчас будет хорошая драка. Это твоя вина. Флаг ветра. Блин, блинский. Ладно. Я думал, надо это выяснилось еще очень давно. Спешка не доведет. Давайте посмотрим, где есть. Когда все было совсем по-другому. Простые, где нет воинов, а простые такие. Раньше было все гораздо. Это на площади, естественно. Чужие проблемы не мои. Сейчас мы попробуем перебить вот этих послушников. Опа! Вот здесь же никто не видит, да, чем я занимаюсь? Давайте. Смотрим. Сможем. Сейчас вызовем, и пусть они хреначат их. Вот они. Первые жертвы. Теперь как же ты мне надоел! Негодяй! Сейчас я с тобой покончу! Первый опыт! Раньше было все гораздо лучше. Так. Я не причастен. Ничего у них нету. Я убью их, если как же твоя... ты мне надоел! Негодяй! Сейчас я с тобой покончу! Как же ты мне надоел! Сейчас я с тобой покончу! Я убью их, если они будут мешать мне! Так, давайте, 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 валите их всех! Интересно. Теперь твоя очередь, негодяй! Так, давайте сохраним. Я хочу попробовать, вот... Смогу я его? Я убью их, если они будут мешать мне. Ага, нет, не смогу. Я убью их, если они будут мешать мне. Надо выждать время. Спешка не доведет до добра. Да куда ты бежишь? Давай, скелетик, давай, давай, завали его! Как можно не понимать? Я не хочу слышать эту болтовню. Не хотел бы я попасть в подобную... Я убью их, если они будут мешать мне. Не хотел бы я что... Так. Блин, у тебя кулак ветра что-то во все стороны расходится. Я не буду вмешиваться. Так. Я вроде как издалека начал. Так, ну смотрите. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Сохрани это в тайне.
Людям лучше этого не знать. Так, давайте вот так сохраним. Надеюсь, записывается. Сейчас здесь минутку. Никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Это делаю торжественно, поэтому не надо на меня бузить. Блин, ну посмотрите, зато смотрите, как склеты отхреначили. Конечно, всех. Вот их хорошо, знаете, как в старом лагере, если вдруг кто-то не успел до этой главы дойти, в старом лагере вызвал их, что там самое место, вот крестьян порешает на раз-два нахрен. Опыта принесет немерено вам. На. Проклятые твари! Еще один! Почему не Проклятые твари! Как же ты мне надоел! Теперь твоя очередь! Сейчас я с тобой покончу! Да нет. Подождите, а он что, не убивается? Почему? Снова... О! Меня... Так, я снова посыльный. Вас... Чёрт! Если бы я не потерял этот альманах! Ну хорошо, иди за мной. О, давай побегу. Мне казалось, что эта проблема давно уже... Господи, это еще тот альманах. Ёж твою мать, смотрите, миссия-то у меня. Я же альманах забрал без него. Пробудись. Поэтому... Болото очень опасный. Блин, где-то здесь что ли воскресите? Это можно сделать в любое время. Ладно. Это можно сделать в любое время. Давайте потом. Скелеты там пока лазят. Может, бродят, но ничего страшного. Людям свойственно, что это не так, это исходно. Ох, ребятушки, ребятушки, где же ваши пушки? Давайте, кстати, да, сегодня у нас, какое число-то? Твоюшь мать-то, какое сегодня число-то? Сегодня 20... Минутку. Сегодня 21 сентября 22. И пока что, смотрите, за всю игру пока что меня еще никто не потревожил. Ни гости, никто. Ну надо же. Счастье-то какое у меня. Ну ты где? Идиот. Пошли. Пошли, пошли. Я что, зря бегу, думаешь? Вон, падальщики, вали их. Я хочу посмотреть, на что ты способен. Еще один! Раз! Молодец! Давай. Ну пойдем, пойдем, пойдем. Я весь твой. Ты какой-то неубиваемый, поэтому тебя можно хоть куда, вот с собой в пещеру забрать. Пещеру Талараша. Вообще будет замечательно. Кто такой Талараша? Это из Диаблы 2, второй город. И, кстати, он у меня даже, да, у меня он есть в плейлисте в Диаблы 2. Ты куда меня повел? Эй. Через мост я с тобой не по... Нужно быть... Что ж, посмотрим. Возвращайся в лагерь, козлина. Да ладно, шучу я. Что ж, давайте я вырежу этот маленький кусочек. До того, как я к некроманту побегу. Давайте, увидимся. Итак, вот мы... В башне Ксардеса. Вижу, тебе удалось найти железные доспехи. Конечно. Да,
Я нашел их в одном из сундуков в затонувшей башне. Он принадлежал тому герою, который сражался с Уризелем против орков. Надеюсь, я буду более удачлив, чем он. Так, я хочу обрести магические знания. Подожди, ты написал заклинание. Ты уже написал заклинание для передачи энергии рудной горы Уризелю? Да, оно уже готово. Но один ты не сможешь его прочесть. Почему? Его должен прочитать сильный маг, в то время, как ты будешь держать меч над источником энергии. Что ж, мне придется найти того, кто сможет мне помочь. Возьми заклинание и верни мечу всю его былую силу. Она тебе понадобится. Хорошо. Так. Но как маг я не смогу использовать Уризель. Я знаю один способ. Но сначала восстанови силу меча. Потом я расскажу тебе об этом. Так, и у меня сейчас будет еще резня. Так, вот я не могу шестой круг, потому что... Давайте, подождите, я хочу обрести... Я хочу, давайте покупим у него... А что у него можно купить? Свитки заклинаний. Блин, так я у него вроде все свитки купил. А новые он почему-то не сделал, ладно. Так, нет, какой болотный? Вот к магам воды. Приветствую тебя, мой друг. Много воды утекло с тех пор, как мы виделись последний раз. Привет, Мильтон. С тех пор очень многое изменилось. Я бы с удовольствием рассказал бы тебе обо всем. Но сейчас на это нет времени, я очень спешу. Так, давай. Мильтон, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Чем я могу тебе помочь? Я расскажу тебе об этом там, где нас никто не услышит. Хорошо. Иди за мной. Куда ты меня повел? Так, кто хочет закупаться, закупайтесь сейчас. Потом времени не будет. Теперь рассказывай, что стряслось. Мне нужна энергия рудной горы. И я думаю, что маги воды не согласятся помочь мне получить ее. Ты шутишь? Сейчас не время шутить. Я серьезен как никогда. Я видел Ксардоса, некроманта. Он сказал мне, что нужно делать. Ксардос? Ты меня пугаешь. Никто не разговаривал с ним с тех самых пор, как он покинул старый лагерь. Я говорил с ним. Зачем тебе понадобилась сила Железной горы? Я хочу передать ее этому мечу. Ух ты! Ну ни хрена себе! Вот это клинок! Я его имя Уризель. Сардос дал мне заклинание, которое передаст мечу силу руды. Тебе нужно будет прочитать его, когда я поднесу меч к горе. Ну, если мне нужно только прочесть заклинание... Но у нас возникнут проблемы с Сатурасом и другими магами. Ну, это я знаю. Мы должны рискнуть. Это очень важно. Важно для всех жителей колонии. Я не понимаю. Пойми. Это поможет нам выбраться отсюда. Поверь мне. Ну, хорошо. После всего того, что ты для нас сделал, я не могу относиться к тебе иначе, как с полным доверием. Ну, наконец-то. Помимо этого, похоже, и Ксардос тебе доверяет. А то! Встретимся возле Железной горы и... Никому не говори об этом. Хорошо. Конечно. Встретимся у Рудной горы. Так, давайте обменяем, что у нас здесь есть. А, какой нахрен ты мне нужен? Давай, иди. А где? Во имя... Где я могу все приобрести, купить? Вот он. Во имя... Покажи мне свои товары. А, вот, я ранен. Я... Да, под... Так.
Так, что у меня тут еще есть? Давайте посмотрим внимательно. Старая монета нахрен никому не нужна. Ключи, я даже не знаю. Рок для чего нужен? Я не знаю. Но я уверен, он для чего-то нужен. Что это я могу предложить? Какую ахинею? Рок мракориса, давай. Языки. Господи, я уже до хрена чего дал тебе. Ну-ка, давай я у тебя эликсиров возьму. Смотрите, он даже эликсирами не покрывает то. 270, ладно, 270 я тебе дам. Вот хороший меч дам тебе. Топор, жало. Ну и давай, вот хрен с ним, вот даже вот так вот я тебе сделаю. Вот так вот. Себе в убыток. А, подожди, стой. Во имя! Может, у тебя... Покажи. Я же не смотрел, может, у тебя свитки есть. Ну-ка. А то я так до них и не дошел. Я вроде... Все у тебя взял. Так. Выучил четвертый круг. Давай. Сатурас. Мне нужен четвертый круг магии. Давай. Я готов вступить в четвертый круг. Тебе уже открыты знания трех кругов магии. Пришло время познать ее тайны. Магия руны сокрыта в камне. Камень этот получают при шлифовке магической руды. Такой руды, которую добывают в здешних шахтах. Камень наделяется магической энергией в особых храмах. Так он становится орудием нашей силы. Все руны, которые ты можешь использовать, открывают тебе доступ к знаниям и могуществу наших храмов. Познай магию, и ты познаешь тайну своей силы. Давай, так, пятый круг. 70, 10, 45, 20. Блин. Надеюсь, у тебя... 70, 20, 45, 20. Ну-ка. Не, у меня больше сейчас стоит. Так. Подождите, надо к этому сходить, к магу-то. Внизу-то, который обитает. Не думаю, что здесь изменится. Чужие проблемы не мои. Ой, а, кстати, я, да, здесь могу-то вообще... Сразу не умру, а потом меня вылечит. Так. У меня есть что увеличить? Я хочу, кстати, приобрести магические свитки. Подожди. У меня даже 15 очков обучения. 15. Это на пятый круг магии. Нет, я уже не выучу, просто не успею. Но зато могу увеличить магию. Так, что это? Ледяная стрела. Шаровая молния. О, давай, шаровую молнию. Ледяную стрелу давай. Свет, ледяная волна. Я не буду вмешиваться. Лечение. Лечение. Давай так уничтожить нежить. Этого не знать. В этом деле главное. О, у меня... А потом видно будет. Ни хрена себе, сколько уничтожить молнии. А, подожди. Ну-ка. Это же не мое дело. Откуда я знаю? Какая у меня есть там? Так, молния, молния, ледяная глыба, шаровая молния, ледяная стрела. Это же не мое дело. Шаровая молния, ледяная волна. Не думаю, давай лучше что сменим. Здесь можно хоть что-нибудь изменить. Так, стой. Об этом слишком много болтаю. Так. Об этом слишком много болтаю. Схема храма. Тоже нахрен не надо. Нельзя. Не хотел бы я. Перенос энергии. Так, заклинание переносит энергию на меч, я не могу его использовать. В этом деле главное выждать время. Так, теперь давай.
Энергии, так, ловкости, силы. А! Я не буду вмешиваться. Ну-ка, стой. Может быть, это правда. Так, к ловкости, ладно. Ну, хрен с ним. Тем более, от огня, к ловкости, к жизненной силе, от огня, от магии. Огня и магии, ладно, оставлю пока. От оружия. Об этом слишком много. От огня, от стрел, от оружия. Сколько можно повторять одно и то? Нельзя говорить, что попало. Так. Одну молнию продам. Так, магия воды. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь. Так, Уризель, меч. Одноручный. Нет, назад. Не хотел бы я попасть. Улу-мулу, нахрен не надо. Можно повторять одно и то же. Здесь никому нельзя доверять. Каждый. Так, вроде доверять. Пока ничего такого не продал. Эх, раньше было все гораздо лучше. А остальное давай я тебе рудой дам. У меня этой руды хоть клювом жуй. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Давай. 10. Возможно. Вот так. Мое дело. Об этом слишком много болтают. Теперь давайте посмотрим. Я у него уже закупался, кстати, этими. А потом видно будет. Не самое лучшее решение. Кто они? Как они называются-то? Свитками. Раньше все было. Больше не. А, еще и подожди, магическую энергию мне повысить надо. Я уже точно, я же на пятый круг тоже точно не выйду. Возможно. Потому что там ни хрена себе 40 очей, я тебе где их достану? Все было гораздо лучше. Это когда магию качаешь, ладно еще. Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Со мной такого не. Подожди, во имя. Хочу увеличить магическую силу. Я могу. Дурное дело не хитрое. Ты не сможешь. Сохрани это в тайне. Почему? Ты не сможешь изучить этот предмет лучше. Тебе стоит по. Ты не сможешь. Что, я магию, что ли, всю на всю прокачал? Так я вроде и качну-то 1-2 раза или кто-то пару раз. Ты чё, блин? Где у меня магическая сила? Раньше все 14 всего. Лучше, не нужно сейчас думать, прежде чем. Не знаю, может, что-то не так. Ну ладно, как бы то ни было, давайте. Я хотел устроить резню, и сейчас будет резня. Потому что начнем с крестьян. Так. Спокойно, Ярвис. Так. Этих я всех уже победил. Я не хочу ни во что вмешиваться. Наверное, ты так. Прав. Больше не хочу слушать эту глупость. Сейчас начнем. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Сохранить. Давай, надеюсь, мне хватит маны, потому что будет вообще неинтересно, если. Маны мне не хватит вдруг. Блин, здесь давай. Кому нельзя доверять. Придется что-то для маны сожрать. Блин, я не здесь живу-то. Уйди. А потом видно будет. Здесь нельзя говорить, что попал. Раньше все так, было. Так, ладно, хрен на тебя. А в этом что-то есть. Уж лучше я посмотрю со стороны. Это же не мое дело. Здесь нельзя говорить, что попал. Все время одно и то же. Прежде чем. Как мне резню-то устроить? Вы уж подождите немножечко. Блин. Так, а с чего я помер-то?
Не помню ни хрена. Вот память-то. Ладно. Сейчас еще разок. А, то я не помню, я же не мог просто вызвать, призвать. Точно, точно. Не самое лучшее решение. Сейчас. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили. Люлей навешивает, наверное, подожди. Прав. Ой, нет, нет, нет. Сначала надо сожрать. Нельзя верить всему, что слышишь. Вот так. Давай, уничтожай всех. Я призываю вас. Давайте лепешки, где вы там? Проклятые твари, они будут мешать мне. Давайте, я их обезоружу. Так. С них я ничего, да, не могу взять. Ладно, давайте, вас куча, вон один. Наваляйте ему. Самое главное, я не в подозрении. Первую часть на меня бы. Я убью их, если они будут мешать мне. А тут нет, смотрите-ка. Да сейчас, ага, размечтались. А в нормальной мультике за место дубета тренировочного мяча дубинки были, они хоть сколько-то стоили. Как бы ты их ни грабил, они дубинки достают. О, ладно, пойдем. Так, они вроде тоже без оружия, да, все без оружия. Давайте захреначьте их. Ну давайте. Сейчас я тебя уничтожу! Опа! Кого ты уничтожишь, штука? У вас же оружия нету. Твоя очередь, ублюдок! Ой-ой-ой-ой-ой! Сам выше, смотрите-ка. Так. Продвигаемся. Наемником продвигаемся. Проклятые твари, проклятые твари! А! Что за... Ну давай. Эй, что? Что это было? Вот так. Что это было? Что это было? Сможете хоть убить-то их? Что за чертовщина? Так. Ой-ой-ой, в меня вроде как попали. Ты еще об этом пожалеешь. Возможно. Но сейчас-то речь о тебе идет. А! Ты вот ни о чем не жалеешь там внизу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. А! 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 Проклятые твари! Бери оружие! Давай, давай, вали его! А! Проклятые твари! Все? Никто не убежал, никто не ушел. Эти твари действительно здоровы. Давайте. Ой. Ой.
Куда это вы? Твари действительно здоровые. Все, смотрите-ка. Пойдемте к крестьянам. Еще один! У них-то еще проще. Ты смотри, я убиваю! Ты смотри, я убиваю! Они все идут! Идут! Давай! Эти твари действительно здоровые! Еще один! Эти твари действительно здоровые! Ну и все. Мне зачем было все что это? Что такое? В следующий раз думай о последствиях. Так, только мы давайте оружие сменим, у меня вроде мощный был. Ты убил его? Конечно. Это что было так необходимо? Ты убил его? Ты еще базарить будешь? Это что было так необходимо? Да. Ой. Итак, трупами мы здесь всех обеспечили. Перейдем сюда. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Никому нельзя доверять. Вокруг слишком много. Не хотел бы пропасть в подобную переделку. Так, сохраним. И давайте вот здесь теперь будем пробовать. Уж лучше. Давай, только бы хватило магии. Перестань колдовать. Перестал. Если ты не... Как же ты мне надоел? Сейчас я с тобой покончу. Проклятый зверь. Отвратительные твари. Давай, куда там? Раньше все... Это... Надо выждать. Такое сколько можно повторять от... Чужие проклятые... Убит. Ага. Не получается, да, вас всех забить-то здесь? Ладно. Уже тогда было ясно, что этим дело не будет. Ладно, оставайтесь. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Наверное, ты прав. Возможно... Ох! Вау. Наверное, хотел бы я, чтобы со мной познадобили так. Господи, вы еще. Как можно не понимать этого? Интересно. Но это не нужно рассказывать. Ох! Ты еще бы... Так, я еще об этом пожалею, конечно. Давайте. Маничеллы. Блин. Ни хрена у тебя сколько там оружия-то. Что за клондайк у тебя там? Так. Мы сейчас маленько изменим трактовку и... Давайте-ка вот сюда, подождите. Мясо жарить. Где? Где? Так. Конечно, 10 кусков. Так, и еще. Я даже скажу еще. У нас этих кусков... Ладно. Так, ладно, давайте
попробую здесь. Где у меня трава? Стоять. Сели. О, к магической силе. Ну так. Смотрим, чем вы мне здесь можете помочь. Ну и бамк. Давай. Теперь твоя очередь. Теперь негодяй. Твоя очередь, негодяй. Из тебя получится отличный ужин. Давай, с этого что возьмем? Эй! Что это было? Что из это тебя было? Получится отличный ужин. Господи, с одного удара. Что случилось? Что, вы его не можете забить? Так. Что? Так. Лучше. Здесь драка. Что это было? Сейчас. Лучше бы ты спрятал свое оружие. Зрелище, да его же малейший ветерок свалить сможет. Буч, блин. А теперь твоя очередь. Что не вонючий? Получится отличный ужин. Все. Лас, просыпайся, может ты мне что скажешь? Я хочу. Ты не сможешь. Блин. Ни магию, ничего не могу. Сейчас я тебя уничтожу. Сейчас я тебя уничтожу. Да перебейте их, господи. Из тебя получится отличный ужин. Вон. Догоняй. Сейчас я тебя уничтожу. Ох! Ладно. Посмотрим. Тоже есть, значит, да, неубиваемые. Сейчас я тебя уничтожу. Так, этот магией там шалит. Ладно, как ни было. Им сейчас не до меня, и то ладно. Так что пойдемте, попробуем забрать магическую силу руды. Если время останется, может даже еще и поспим. Так. Вперед! Вперед, я говорю! Во имя! Так. Покажи мне. Покажи мне свои товары. А я тебе. Так. Ой, нет. Почему? Вот так. Так, это продать. Продать. И... Где у меня барахлишко-то? Ой.
Так. Что мне тут надо еще? Подожди. Масло. Так, болотник. Яйцо ползуна. Ключи, хреново кучу ключей. Пластины ползуна, рог я пока не продам. Ну, вот так вот. Подтвердить. Потому что я уверен, что это последний раз, когда я могу у него что-то купить. В следующий раз, может, я его даже убью. Если вдруг, мало ли. Хотя нет, я лучше телепортируюсь. Потому что навряд ли я его смогу убить. Фигура-то такая тоже, знаете. Эй, а ты как сюда? Что-то тебе здесь нужно. Убирайся, пока я не убрал тебя сам. Ага, ты вон таким путем пошел, значит, да? Ладно. Меня это тоже устраивало. А у тебя неплохо получается. Иди за мной. Нифига не могу с него взять. Ладно. Иди за мной. Иду. Вот сейчас, наверное, будет последняя, да, когда это произойдет. Последняя глава. Ты принес меч и заклинание? Я воль. Увидимся. Так, подождите. Увидимся. Я что, меч продал, что ли? Нет. Вот он, Уризель. Заклинание. Где заклинание? Так, подождите. Я знаю, где заклинание. Пойдем. Текс. Где это падла? Хотя какая падла? Сам, блин, накосячил. Давайте. Блин, блинский. Так, мне надо переночевать. Каждый раз одно и то же. Дайте поспать. Я не имею отношения. Спать? Наверное, до утра. Я хорошо выспался. Поговорим о чем-нибудь другом. Эй, постой! Здесь тебе... Да пошел ты нахрен. И почему нельзя держать язык за зубами? Думаешь? Если бы я знал, где я не ночую, я бы пришел туда. Но видите, раз я не знаю... Не хотел бы я оказаться в его шкуре. Здесь давай. Обмен. Возможно, глупость неизлечима, я давно это знаю. Так. Только между не думаю, что здесь что-нибудь не хотел бы попасть в подобную переделку. И почему? Подождите. Да, дурное дело не хитрое. Не самое лучшее. Глупость неизлечима. Я думал, это уже давно. Так, давайте, лечение, страх, чары, свет. Уменьшение монстра, штон, тонкинез, превращение. Кулак ветра. Спешка не доведет до добра. Давно это знал. Только между нами. Другим не нужно рассказывать. Так. Я посмотрю, наверное, со стороны. Еще один у нас был. Никакой магии. Где ты? Не самое лучшее решение. Чужие проблемы не Ну-ка, Мильтон. Не, какой Мильтон-то? Ну-ка, подожди-ка, у тебя есть? Моина! Тебе я, что ли, отдал? У тебя вроде барахло мое только. Ни одной бумажки не должно. Нет, смотрите, как пока так.
Рецепт. Так. Давай. Блин, блински. Значит, у того. Раньше все было намного лучше, не то, что. А вот с кем-то воюет, что ли? Что за свет? Раньше все было намного лучше, не то, что сейчас. Не думаю. Во имя. Так. Его злость тут. Я... У кого? Так, стоять. Я хочу. Нельзя верить всему, что... Я могу. Все. Же... Теперь идем обратно, блин. Ни хрена себе по случайности ему отдал. Что этим дело не кончится. Раньше все было намного блин, лучше, блинский. Не то, что сейчас. А все подготовился, а еще так как человек, интересно. Прямо таки. Поговорим о чем-нибудь другом. Да залазь ты, уродец. Так-то это время все игральное. Люди смотрят на тебя, а ты позоришься. Господи, в таких доспехах, с такой мощью. Делаешь из себя дурака. Ладно. Блин, вот. С Уризелем с этим. Он же мне по сути-то так и не нужен. Там меч Гомеза-то вроде как побольше был. Лучше сменим тему. Наверное, ты прав. Так. Все еще спит. Нельзя верить в себя. Ладно. Тогда было ясно, что эти дела не лучше. Кусок руды. Глупость не. Вот теперь я все сделал, давай. Во имя. Вот заклинание. Ты готов? Если только кто-нибудь может быть готов к этому. Давай. Тогда давай начнем. Ну и нас, естественно, спалят за нашей херней. Держи. Ага. Хреновастенько. Так, и вот шестая глава «Храм спящего». Это уже оконцовочка у нас. Это же не мое дело. Готово. Невероятно. Этот камень был серым, а теперь он излучает синий свет. Похоже, у нас получилось. Магическая сила всей этой руды теперь заключена в одном старом мече. Но, кажется, мы привлекли к себе слишком много внимания. Тебе придется воспользоваться заклинанием «Портал» для того, чтобы выбраться отсюда. Да я так и рассчитывал. Что будет с тобой? Обо мне не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Уходи. Возможно... Давай, валим. Некроманту. Блин, блинский. 15 очков только. На что их потратить, блин? Хоть бы добавили, что ли, на пятый круг. Я не знаю, там на шестой. Хотя какой шестой, если четвертый учил, а пятый сначала. А потом уже шестой круг учить только. А так пока ни хрена не выходит. Давай. Я зарядил, Уризель. Невероятно. Меч снова столь же силен, как и в день своего создания. Теперь у тебя есть один из самых мощных мечей в мире. Так. Ты говорил, что я смогу использовать Уризель, даже если буду магом. Посмотри на него. Его самая важная деталь — синий мерцающий камень на клинке. Он хранит в себе всю силу меча. Если я выну этот камень,
Я смогу сделать из него руну, которая будет обладать всеми свойствами меча. Магическую руну из Уризеля? Эта руна поможет победить твоих врагов так же, как это сделал бы меч. Но есть одно условие. Лишь маги шестого круга могут использовать такую могущественную руну. И вот здесь я хочу заметить, тот, кто магом делал, использовал, допустим, шел через старый лагерь, был магом огня и тому подобное, он может стать некромантом и получить мантию некроманта. Он, кто выучил 4, 5 и 6 уровень, может обладать этой руной, и у руны это будет волна смерти, то есть кольцо вокруг тебя такое будет, которое уничтожит всех и вся, кто к тебе приблизится. Так. Я... Ну-ка, давай-ка вспомним, какие ты мне тут предлагал. Так, смотрим, 120 Уризель. Так. Ну и давайте уже все, уже можно, я так думаю, идти. Давайте сохраним игру. Я думаю, можно уже идти, да, действительно, где этот телепорт этот? Поехали. Пока хватит. Пока хватит. Да что ты? Ну не тот телепорт я использовал. И что теперь на меня напали-то? Блин, вот вы... Где? Вот он. Ошибся один раз и началось нахрен. Это кто? Тьфу, я думал, это человек стоит, ёж твою мать-то. Ладно. Давайте, так, мы вроде как всех побили, ну хотя шестой этот... Да, сейчас снова многие появятся. Ну, они нам уже не нужны. Давайте. Где у меня там зелье? Так, свет нам пока не нужен. Нам будет светло. Ну, по крайней мере, у вас тоже должно быть светло. Я настройки свои менял. Ошибки все исправлял. Поэтому должно быть. Магию мы настроим потом. Ну, видите, никого и нету. Что нам, естественно, облегчает задачу пробежки. Можно, конечно, и на скорости пробежать, даже когда кто-то есть, но тогда останетесь без опыта, если вдруг кому-то опыт еще все еще нужен. Так. Смотрите, бежим целую долгую минуту, господи, вот когда ничего не мешает, что бы не бежать. И не в горку даже. Опа. Так. Сохраняем. Давайте еще одно выпьем. Так. А кто-то бормочет все-таки, я слышу. Слышу чье-то бормотание. А в какой-то готике, да, было такое, что по левым и правым ответвлениям были дополнительные функции какие-то, я уж не помню. Точно не могу вам сказать. Так, давайте смотреть. Будем сейчас телепорт убирать, будем ставить другие магии. Другую магию будем ставить. Так. Телепорты мне не нужны. Мне что нужно? Пирокинез, даже не знаю. Шторм.
Ну что, тоже еще не знаю. Контроль, сон, чары, телекинез. Вот молния на пятюне. Так, пятый я не знаю. Ледяная глыба. Шаровая молния. Ледяная стрела. Ну давайте я вот еще уничтожить нежить поставлю. Ну, господи, у меня их ни хрена, 40 штук целых. Вот сейчас и посмотрим. Заклинание так-то мощное. Только будет оно вот на него действовать или нет? Ну, почему ты так долго идешь? У тебя есть? Я останов... Блин, ладно. Давай так тогда. У тебя есть оружие. Я думал, тебя можно это загасить, а он даже тебя и не видит, как нежить-то. Ой, блин, ты опять долго так идешь. У тебя есть ясно. Все. Все, взяли. Пятый посох. Да, господи, что ж. Молния. Свет. Так, кто здесь? Ага. Получить захотел? Сейчас я надаю тебе по шее. На. Не, ну так-то что-то, да? Что ты даже у Ризеля-то трудноватненько убиваешься. Так. Ну-ка давайте-ка попробуем его молнии. Ну теперь ты точно получишь. Смысл от этой молнии, если ты не убиваешь, по крайней мере, вот этого фраера. Ну теперь ты точно получишь. На. Вот все, вот для чего нам посохи нужны были. Без них бы мы. Не понял. Так, что-то заклинило. Подожди. Блин, опять с тобой драться, ладно. Ну теперь ты точно получишь. Ох! Вот так. Сохранить. Как это ты не знаешь? Подожди. Первый. Я что, где-то что-то продал, что ли, не то? Так, минутку. Итак, оказывается, я продал эти мечи в болотный лагерь, сбегал, забрал их. Это мечи, да, мечи этих трупаков, этих пяти воинств было. Так.
Так. Давайте загрузим. И воткнули. Воткнули. Это вот, который мы забираем у этих, у шаманов. На. Так, давайте сохраню. А чтоб не было недоразумений, так. Вау, Ксардас! Что-то от тебя здесь раньше не было, а тут бах, появился. Вот тебе и патч. Кстати, вот это спящий сзади него, статуя. Что-то я не понял. Слушай меня внимательно, у нас нет времени на лишние разговоры. А как ты... Спящий уже готов к пробуждению. Я использовал всю свою силу, чтобы добраться сюда. Я перевел пророчество орков и узнал, что дают 5 сердец шаманов. 5 сердец 5 побежденных тобой шаманов, помещенные в 5 гробниц. Их несложно открыть, но эти сердца может уничтожить только один из старых клинков, которые шаманы носили при себе. Тебе нужно будет пронзить эти сердца 5 клинками. Только так ты избавишь этот мир от спящего. Я понял. Торопись, я чувствую, что пробуждение демона уже близко, а безумный Корголом и его последователи уже здесь. Все они собрались в зале спящего. С меня хватит. Теперь меня никто не сможет остановить. Сила спящего растет. Я больше не... Что с тобой? Я должен... Ладно. С него мы больше все равно ничего не поимеем. Налево-направо пойдем, какая разница, нам значения не имеет. Кстати, ну-ка давайте-ка попробуем сундуки. Там и сундуки, если не ошибаюсь, да? Нет, это вход к спящему. Сундуки вот здесь получаются тогда. Ну-ка давайте глянем. Так, давайте... Так, я сохранился, я не помню, потому что сейчас ставил на паузу. С дочерью делаем домашнее задание. Скажу вам еще тот геморрой. Смотрите, как красиво-то, господи. Ну, давайте обшарим статуи-то. Залазь. Оскверним. О! Ни хрена себе хлебушек. Очень даже, я бы вам сказал... Прелестно. Кстати, я еще идти сюда не хотел, нахрен. Это в первом делом сюда надо было тащиться. И в другую сторону мы тоже пойдем. С превеликим, я даже скажу, удовольствием. Нет, 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 нет. Ну не здесь, не здесь. Давай. Тап-та-тап-тап-та-тап-тап. Я магическую силу, насколько интересно, могу увеличить. Я надеюсь, это увеличение магическое и жизни моей. Так. Смотрим. Ну, это понятно. На. А, так ловкости. Так, бонус к максимальной жизненной силе. Так. Бонус. Ну, ни хрена себе. Это хорошо. Так, а что у меня с магией? Так, к ловкости и силе. Это к силе. И еще разок к силе. Это вот к мане. Все. Давайте в следующий коридор зайдем. И еще качнемся разок. Ну, прокачаемся. Это, я, по крайней мере, так думаю. Думаю, спящий на нас не обидится. Давай, вот, ну смотрите, какой он жук, по идее, вот тут торчит, видите? Статуэтка его, падла.
Так, минутку. Итак, уроки у дочери мы проверили. Она будет делать математику, а мы с вами будем разворовывать еще одну гробницу. Давай. Ого-го-го. Так, подожди, подожди. Ну, неплохо, блин. Блин, вот почему с самого начала нельзя вот так вот? Это перед боссом у меня так прокачка-то идет. Смотрите, даже не требует ключа, не требует отмычек. Ой, чувствую, жопа меня там ждет. Большая и беспросветная. Так. Так как я заканчиваю войном, у меня меч Уризель. Хрень это, кто он там стоит у меня в мече. Так. Ну давай, давай, давай. Так. Теперь магическую силу надо подправить. Вот. Ну, вот, кстати, некромантом, да, я знаю, что некромантом неплохо, кстати, заканчивать. Об этом я вам могу сказать с уверенностью, потому что кольцо вот это, оно никого не подпускает. Кольцо смерти, если не ошибаюсь. Вот. Так, сохраним. Никого не подпускает. А, кстати, подождите, подождите, подождите. Так, жизнь на силе 12, давайте. У меня их 9, как раз все съем. Как яблоки. Давай, еще чуть-чуть осталось. Вот так. Теперь можно и вниз идти. Идем, идем, идем. Мы спящему идем. Сейчас мы ему люлей навешаем. Так. А, кстати, может, кулак ветра мне надо? Блин, он, правда, не уничтожает, опять же. Так, молния. О, ледяная глыба. Так. Заморозить их, если только. Счастливо оставаться. Так, ты-то за мной вроде не прыгнешь туда. Опа. Еще разок. Вот, мы подходим. Подходим. Стоп, ну-ка, что-то мы... Ну-ка, что-то мы... Какой-то ролик, что ли? А, ролик поклонения. Вот он. Нам показано, как они тут организовались. Смотрите-ка. А вот и сам спящий. Бить его бессмысленно, как и упоминается, надо сердца гасить, которые там есть у него. Сейчас я тебя научу, как себя вести. Ну давай. Здесь только я могу устраивать драки. Так. Давайте. Сохраним. У нас... Ой. Армия тьмы. Давайте, пока ее вызовем. Так, сохранить. Вот сейчас-то у нас за место будет.
Так-то я колдую, ты что, не видишь, что ли? Вот мы снова и встретили. Мой повелитель уже сообщил мне, он чувствует, что ты рядом. Скоро я подойду к нему даже ближе, чем ему бы хотелось. Мы не позволим тебе испортить все. Все неверные заплатят за свои грехи. И ты будешь первым в их рядах. Пробуди! Блин! Бейте его! Вы плохо его бьете. Так, подождите. Ну-ка. Ух ты, я еще куда-то иду, и он идет. Вот мы, Монч, мы мир все, и ты прав. Да подождите, сейчас мы тебя гасить будем. Да подождите. Да стой. Да где ты? Да тихо ты. Тихо, ну давай. Блин. Давай. Вроде раньше его легче было гасить. Кто кого? Давай. Бум! Вау! Этот трус хочет убежать. Что значит хочу? Я возьму и убегу. Так. Сохранюсь даже. Подождите. Ага. Ну пойдемте. Пойдемте. Ой, что-то у вас толпы. Я никакой же чит не использовал. Вы что, ребята, почему у вас так-то хрена я больше? Так. Так, у них тоже какой-то глюк, подождите. Так. Больше не будешь ко мне лезть, понял? Ага, понятно. Только так вас убить. Ладно, подождите, вы давайте пока. Я пока буду кушать, а вы падайте. Давайте вперед. Так. Предположим. Первую преграду вы преодолели. Вот, еще двое. Блин. Если вы действительно такие мощные, блин. Но как же мне быть? Как же быть? Как быть? Давайте, падайте.
Навряд ли я с вас могу опыт взять, поэтому вы мне не нужны. Так, еще двое остались. Что-то сомневаюсь, что я смогу их пристрелить из... О, давай. Что это? Каин. Каин, который... Последний остался. Ну тебе-то я сейчас люлей навешаю, подожди минутку. Покушаю немножко. Так. Сколько у меня? 370, там, блин, еще сотня. А это подожди. Ну можно вот этот мох, конечно, сожрать. Он побольше дает. Так. Да куда ты, падла? Перепрыгнуть уж не можешь. Ой. И опа! Понял, как надо перепрыгивать. Так, сейчас мне нужна моя армия. Где ты? Потому что если я буду протыкать сердце, мало ли кого ты там можешь воскресить себе. Давай, бунк. Так. Ну, приступим. Такс. Так, где у меня? Все. Опа. Проткнули. Демон появился, видите? Так, сохранить. Вот так. Давайте ко второму бежим. Второе сердечко. Где же ты, где? Солнышко алое. На. Смогу. А, не успел. Конечно, не успел. Так. По одному сердцу за раз будем. Протыкай сердце. На. Так, ладно. Подожди. Давай-ка еду. Это какая еда? Вот. Господи, у меня еще вот эти можно. Тоже хлебать, не перехлебать. Успей. Ох!
Чего вы за мной-то бегаете? Блин, Блинский, давай сюда. Что-то я с него ничего взять не могу, ладно. Давайте. Так, жизненной силе полтинник. Так. Да, блин, не туда. Пойдем. Давай. И пробили. Демон лоб. Проверить, вдруг это нежить. У меня же есть это заклинание нежить, которое убивает на корню. Так, три сердца мы пробили. Бежим за четвертым. Давай, где это там? Так, подождите. Я сейчас. Да, тихо ты. И получится. Успел. Даже последнего демона не убивает. А, в измерении он сюда заталкивает. Сейчас. Блин, правда, и меня засасывал тоже. Но я держусь. Все, да, на этом? Да, вот все и не все. Когда спящий вернулся в свое измерение, я вышел и посмотрел на небо. Магического барьера больше не было, а мои приключения только начинались. Но это уже другая история. Да, ну, не совсем так, так, но не так. Итак, что я хочу сказать? Мне понравилась игра. Проходил ее за лагерь бандитов, за новый лагерь. Также желательно, если вы хотите просто поугарать ради своего веселья, можете взломать это, получается, поставьте на паузу, наберите по-английски Marvin, снимите с паузы и все увидите. Можете прокачивать своего перса. Там я уж не помню как. Но суть не в этом. Суть в том, что спящий повержен. Мы с вами, красавчики, закончили войном. И
подписывайтесь на мой канал, ждите новых роликов, новых игр. Ну а сейчас пока!